Как научиться держать внимание на дорожной ситуации, чтобы не допускать важные детали? Если вы пока начинающий водитель, вы не сможете свое внимание сосредотачивать таким образом, чтобы не упускать важные детали. Вы их будете упускать. Хотя бы потому, что часть вашего внимания, особенно если вы учитесь на механике, большая часть вашего внимания уходит на управление машиной. То есть вы еще постоянно об этом думаете, какую передачу включить, а на какой передаче я еду, блин, а не перепутал ли я передачу, ой, а там еще есть поворотники, две ноги, а педали три. Понимаете, вы постоянно думаете о управлении машиной. Вот пока вы об этом думаете, а вы не можете об этом не думать, вы сразу же заглохнете, если вы при трогании не вспомните про трогание. Вот. Вам не будет хватать этого внимания на дороге. И как бы вы ни старались, вы не сможете заметить все и вся, как бы вам ни хотелось, применить 100% свои знания вот, теоретически на практике, даже если вы знаете действительно их и понимаете. Хотя здесь тоже вряд ли. У людей заблуждение, что они все знают, понимают. До тех пор, пока вы неправильно расставляете внимание. Поэтому вы старайтесь не фиксировать взгляд в одной точке. То есть я советую здесь ловить себя за руку и спрашивать, куда я сейчас смотрю. И если вы понимаете, что вы сейчас руками, ногами ничего не делаете, едете 5 секунд, 10, 15, и все эти 15 секунд таращитесь в одну точку, то тогда вы уже не замечаете важные вещи только из-за того, что вы просто на них не смотрите. Вот едет человек, я ничего не успеваю. Едем на автомате, не надо ничего переключать, ничего. А как на него не посмотришь, он смотрит на впереди едущий автомобиль. И говоришь, видишь светофор? Человек, как будто он очнулся, где? Да, вижу. Я говорю, о, говоришь, ты не видишь вдаль. Когда говоришь человеку, что нужно вдаль смотреть, он говорит, так я смотрю, я говорю, там ничего не вижу. А оказывается, что он только думает, что он смотрит. Или когда говоришь человеку, вон, смотри, светофор, где? Где? Не вижу. А, это вон, так далеко. То есть он как бы знал, что надо смотреть вдаль, но для него вот эта фраза «смотреть вдаль» немножко в представлении было другое. Это было 50 метров. А светофор-то, про который я показал, 150-200. И он только тогда понял, что это значит. Я вам серьезно говорю, многие только на практических занятиях допонимают, что значит смотреть вдаль и как это делать. Поэтому знать одно, вы должны заставлять себя пинать это делать. Вы знаете, что надо смотреть вдаль. Вы это понимаете, насколько это важно. А вы во время занятий себя спрашиваете, а вы это делаете? Или вы это просто знаете? Смысл это знать? Это надо применять, это надо делать.